сожалению, да. Но это не самая большая проблема. Бешенство на ранних стадиях лечится. Мы дали ей самые инновационные препараты. Есть еще кое-что. Виктория, у вашей матери, Маргариты Витальевны, наблюдались странности в поведении? В ее случае боюсь, что это не странно. У нее прогрессирующая шизофрения. Сейчас состояние обострилось, ей необходимо принудительное лечение. Если вы, конечно, не против.